Всем привет! Я с каждым днем не перестаю поражаться, насколько Юзу Рухани популярна в своей стране, насколько его любят люди. Это что-то невероятное. У меня не укладывается в голове, как возможно было это сделать, как возможно было сделать такую красоту. Когда сначала увидела эти фото на сайте, я подумала, что это какой-то фотошоп. А потом, когда поискала в интернете, то действительно есть такое в Японии искусство, когда они высаживают на рисовых полях вот такое произведение искусства. На этом у меня все. Подписывайтесь обязательно на канал. Буду искать очень много интересной информации вам про Юзу Руханю. Всем пока!